Крупный пожар сегодня ночью на Кегострове. Горел деревянный 8-квартирный дом. В результате серьезно повреждена кровля и перекрытие второго этажа. Первый полностью залит водой. На момент возгорания в постройке находились 24 человека. Среди них двое детей. К счастью, никто не пострадал. Жители сгоревшей деревяшки могут рассчитывать на предоставление квартир из маневренного фонда. Обратилась в администрацию и подали документы. Всего лишь 4 квартиры, это 6 человек. Остальные пока еще не подавали, но на сегодняшний день, по нашей информации, из 8 квартир этого дома 3 квартиры приватизированы, и остальные 5 квартир – это муниципальная собственность. Так что в ближайшее время квартиры будут им предоставлены. Те, кто проживал в муниципальных квартирах, могут рассчитывать на материальную помощь. Что дальше делать с домом, решит специальная комиссия.